16 марта в здании Белгороднестровского горсовета прошла 15-я торжественная церемония награждения стипендиями одаренных детей, учеников общеобразовательных заведений города Затоки и Сергеевки. Открыла мероприятие заместитель мэра Галина Архипенко. Сегодня запрошены керівники шкіл, представники учнівського самоврядування, стипендіанти 2016 року, стипендіанти 2017 року, їх батьки, наставники обдарованих дітей. Яна Гладкий рассказала о том, как сложилась дальнейшая судьба у стипендиатов прошлого года. Затем передала альбом достижений тем, кто удостоился награды в 2017 году, чтобы они заполнили его славные страницы собственными успехами. Мэр города, в свою очередь, поздравила ребят с присвоением им стипендии. Отметила, что юные таланты Белгороднестровского должны оставаться такими же целеустремленными в достижении очередных побед. Также она выразила благодарность учителям и родителям. Будем стараться сделать так, чтобы у вас была возможность здесь, многим из вас была возможность здесь самореализоваться, здесь получить работу, здесь найти себя. Мы будем стараться делать так, чтобы наш город развивался, чтобы он становился с каждым днем все лучше, краше, чтобы строились новые дома, чтобы появлялись новые рабочие места. И профессионалы во всех сферах деятельности нам нужны всегда. Свято верю в то, что вы все-таки захотите, во всяком случае, многие из вас захотите вернуться снова домой, и мы будем очень вас ждать. Талантливые ребята прошли серьезный конкурсный отбор, чтобы получить заслуженную награду и быть удостоенными стипендиями. 16 марта им вручили почетные грамоты, а денежные выплаты они будут получать в течение всего года. Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.